Привет, привет, мои дорогие! Как у вас дела? Как вы поживаете? Ну, в общем, я опять с вами. Полет у меня был очень такой тяжелый, в плане, что я просто долго сидеть там, и это было невыносимо. Ждала еще 3 часа в Стамбуле, потом 1,5 часа почти, вроде бы, я точно не знаю, в Анкару. В общем, летела долго, так скажу. Вот. Ну, как вы у меня поживаете? Наверное, уже забыли многие меня, да? Ну, вот как-то так. Вот. Здесь у нас дождливо в Анкаре. Но, наконец-то, я приехала. Это был очень долгий процесс. Собралась давно, не могла выехать, но выехала все-таки, вылетела. Вот теперь я здесь. Теперь, я думаю, мы будем видеться по мере возможности почаще. Вот. Сегодня я хотела поесть гленку. Так, пчеларам мерабалар, насылсыңыз, имысыңыз. Бен Түркиядейм. Мемнен олдым. Бұра гелдім. Аллаха шүкір. Böyle yani bugün bizimki video sadece kil türlü türlü kille söyleyeceğim adalarını isimlerini my dear hi ну вот как-то вот так покажу вам разные и хочу сюда налить водички ну вот аллергическая реакция опять у меня начинается. Хочу налить водички. Здесь у меня, я вам сейчас скажу. Так, секундочку. Секундочку. Так, здесь у меня голубая киргизская. Вот. Где-то, может, это гульбато? Нет, голубая киргизская. Это у меня фисташка. Это семечка. Чуйская, голубая узбечка, что-то до голубой узбечки 2 кусочка положила, один уберем, а то его и так у меня мало. Это белый туркестан и красная баткенская киргизская. Так, пчеларыма адаларына дуйдыңыз калпа. Şimdi su üstüne koymak istiyorum. Biraz yumuşak olsun diye. Хочу вот так их намочить. Белый туркестан мочить не буду. Ну вот, налили водички. Может, немножко постоит, а я к вам вернусь через 2 минутки. Ну, давайте покушаем, пока белый туркестан, ему нельзя много быть в воде. Очень вкусно. Миска. Ну
мои дорогие, я не глотаю, потому что я сдала анализы. Сейчас покажу эту строчку. Вот так. Вторая строчка, написано гемоглобин. Вот. Должно быть от 115 нормально до 155. У меня 59. Поэтому я решила попить еще от этого тоже лекарства. Я и так пила лекарства, они у меня еще не закончились. Поэтому глотать пока вообще нельзя. Так и пчелорам, гемоглобином чок дышек, ОСДА и хитмеру. Но вкус глин нереально вкусный. Киргизская голубая. Залепила все. Это у нас вроде семечка, но вкусно нереально. Так вкусно.
Залепила все. Это у нас фисташка-то была, наверное. Или семечка, это тоже один из них. Красная. Ну и пожуем голубую узбечку. Соленая.
Çok tuzlu. Mavi Uzbek. Мои дорогие, конечно, многим это, наверное, не нравится, но я все равно столько глин бы и не глотала, вы знаете, глины. Я вообще мелоед такая. Вот, поэтому я вас понимаю, но пока только так. Может быть, всегда так. И поэтому я почему-то думала, что у меня гемоглобин будет 80. Ну, хотя бы так. Но симптомы даже есть на эти 59 у меня. Гемоглобин, к сожалению. Я потом прочитала, какие могут быть симптомы. Да, у меня это все есть. Вот. Но я как-то думала, что это не из-за гемоглобина думала. Хотя у меня это давно, и я когда и первую дочку родила, тогда тоже у меня был низкий гемоглобин. Ну, у меня, видимо, всегда так. Надо немного подлечиться все-таки. Я думаю, что я не молодая девчоночка. Вот, поэтому надо задуматься немножко. И решила полечиться. Надо хотя бы до 100 довести гемоглобин. А здесь есть у них, называется пекмес. Кстати, оно сделано на натуральное. Основа виноград. Вот, но я его куплю, еще не купила. Очень, очень у меня был полет такой тяжелый. Я в себя не могла прийти. И там не могла снимать видео, сборы были. Гости, как всегда, вы знаете, я вам говорила, как-то так. А в целом все хорошо, все нормально. Очень рада буду комментариям, пообщаться, так давно уже вообще не общалась с вами. Поддерживайте лайками своими, подписывайтесь на мой второй канал. Этот канал, почему закроется, я вам сейчас скажу. В общем, здесь надо было мне активировать этот канал. В компьютере я взяла здесь компьютеры, сами знаете, на турецком языке. Но я все сделала, как и должно быть. У меня были и монетизации, и все было, и сумма какая-то там была. Но письма нету. Просто. Адрес указала, все указала. Я не знаю, в чем дело. В общем, письма нету. Я делала запрос 3 раза аж. И постоянно они мне говорят, отправили, отправили, отправили. В итоге просто его нету. Куда отправляют, не знаю. Может, воздух куда-нибудь. Вот. Адрес я указала. Но заполняла это все на турецком языке. Скажу вам так. Адрес, то есть, писала на турецком языке. Все мои данные там, вот это все. И все. Потом они мне уже 3 раза отправила, не было. А потом есть еще там такая, как бы, запасной, да, 4-й, последний раз, ты можешь поменять адрес и отправить заново. Это уже последнее. Но я поменяла адрес и отправила. И все равно его нету просто. Это было в конце. Нет, это было в январе. Я поменяла адрес, отправила. И опять же они сказали, мы отправили вам письмо.
Куда отправили, опять не знаю. В общем, письма нету вообще. В итоге у меня после этого всего вдруг пришла такая... Нет, пришло письмо, что я не подтвердила свой адрес. И вот эти вот три, то, что мы заполняем, да, при монетизации, первое, второе, третье, которое было заполнено все, в итоге второй отсутствовал. Сказали, подтвердите свой Google аккаунт, вроде я так помню. Вроде там так было. Ну, в общем, я это не смогла сделать. Прямо вам скажу, не то, что не смогла, и у меня просто времени не было этим заниматься. И я купила ноутбук, здесь он, еще не подключила его. Хочу попробовать сделать хотя бы этот второй, номер два, да, заново. Ну а смысл-то его как бы заполнять, письма все равно нет уже. Поэтому я хотела закрыть этот канал. Ну вот, бесполезный. С одной стороны. Вот. Поэтому говорю, подписывайтесь, пожалуйста, на мой второй канал. Поедание мела будет там у меня. Еще один канал я открываю. Придется этот закрыть, потому что это бесполезный вариант. Но иногда буду сюда как бы видосики закидывать. Почему? Все-таки хочу попробовать этот номер два заполнить. И еще раз пробежаться, посмотреть, где может быть письмо, в почте или где, ну, как бы, а потом уже окончательно его закрыть. Вот так. Такие вот дела. Кто по этому поводу что-то знает, пишите, пожалуйста. Кто может выручить, помочь, подсказать. Я не компьютерщик, поэтому... так много чего там не знаю. Вот такие вот дела. Если кто подскажет, буду очень благодарна. Вот. А если получу денежку, вообще просто моя благодарность, как бы $50 я отдам тому человеку, который мне поможет это все сделать. Это как бы на честном слове. Вот. Так что вот такие дела. Конечно, жалко, столько подписчиков у меня. Ой, вообще, столько труда, столько вложили времени. И вот как-то так. Ну ладно. Что делать? Так что подписывайтесь, мои дорогие, на мой канал. Многие уже знают. Я в сообществе. Там тоже оставляла, можете посмотреть. Вот, как-то так. А так очень рада была выйти опять в эфир. Ну, я думаю, наше общение продолжится в комментариях. Как-то так. Ну все, мои дорогие. И еще у меня будет обязательно мукбанги с поеданием вкусной-вкусной какой-нибудь пищи. Ну, там и пища, и все на свете. Кроме того, что мы вот в данный момент ели, да? Вот. Так что, мои дорогие, я думаю, что мне как-то понравилось в Ютубе. Поэтому уходить особо не собираюсь. Все еще надеюсь на что-то. Больше всего надеюсь на вашу поддержку. Вот. Так что люблю вас, целую. Берегите себя, семью свою, близких, родных всех. Пока-пока, спасибо вам. Так и пчеларам, чук тыщи кредиру. Бай-бай, гюрюшерюсь.